Приветик, ребята, как у вас дела? Добро пожаловать на мой канал Jumpin' Donuts. И, конечно же, с вами я, Джам. Сегодня совместно с MimiBox.com я приготовила вам видео, которое называется «Как сделать стробинг». Как говорится, ну, я уже до этого делала стробинг, но много чего изменилось. Я уже изменила свою рутину макияжа, так что я хочу показать, как оно делается сейчас, так, в моем рутине, потому что много чего научилась, переделала. Так что, если вам интересно, как делать стробинг, давайте приступим. Итак, для начала, перед нанесением тональной основы, я нанесу этот праймер Pony Effect Radiance Glow Hydrating Starter. Это очень красивый осветляющий праймер, который даст вам тот glow, как у J.Lo. Можно нанести с тоналкой или же перед тоналкой. Я быстренько наношу свою тональную основу. Так, после тональной основы будем переходить на жидкие хайлайтеры. Это Pony Effect Strobing Luminizer, очень красивый цвет. С помощью этого жидкого хайлайтера я нанесу на те места, где я хочу больше выделить. Наношу точками на верхнюю часть скул, ближе к вискам, вокруг бровей. Пальцем немножко наношу на спинку носа, на верхнюю часть губ, чтобы дать немножечко объемные губы, и немножко на подбородок. Все это вы можете растушевывать, как я, немножко пальцем, но в основном я буду использовать этот спонж от Pony Effect. Для следующего шага мне понадобится пудровый хайлайтер. Получается, Pony Effect называется First Chance. Это очень красивый персиково-золотой цвет хайлайтера, что я подумала, он идеально подойдет с моим подтоном. Она дает такой красивый блик и очень осветляет и красиво дает такой glow эффект. Наношу его на те же места. Какой стробинг без румяна? Румяна у меня Pony Effect, называется Safe Forever. Очень красивый кораллово-розовый цвет. Наношу его на яблочко щек и растушевываю вверх. Для следующего шага я немножечко-немножечко буду использовать контурные тени от Pony Effect, которые не слишком темные, но хорошо для, чтобы выделить немножечко скулы. Так что буду наносить только чуть-чуть на скулы. Ну что ж, ребята, это мой финальный образ на стробинг. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Больше информации про это видео будет под видео, там, где описание. Так что обязательно посмотрите. А мы с вами увидимся на следующем видео. Пока-пока!